Друзья, на Радмире, в четвертом сервере, сейчас не самое благоприятное время в нашей семье, так как не хватает именно тебя, твоей поддержки. В области появились беспредельщики, которые плевали на порядок среди криминального кружка. Пора их ставить на место. Они опрокидывают наших бизнесменов, которые нам же платят за крышу. И именно ваша поддержка поможет нам одолеть коммерсов, которые поступают по беспределу и воюют против нас. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Заходите на четвертый сервер и присоединяйтесь вместе с нашей бригадой. Вы почувствуете те самые разборки из 90-х. Вместе мы будем силой. В чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Первые деньги вы сможете получить, введя мой ник при регистрации Паша Пэлс, а также промокод Пэл. Ссылка на скачку бесплатной игры Радмир находится в описании. Увидимся в игре. Ну что, готов? Без журналов о каждой модели. Угу. Говорить слух. Вдруг пришел в военной форме. Ага, дверь стучится. Так, понял. Сейчас тогда. Ну, секунду. Это патрон. Свои. Здорово. Что, выйдешь? Да, сейчас, одну секунду. Аля, а ты что, опять за старое, что ли? Не, не переживай, я никуда не поеду. Куда Патрон ты? Всего лишь приехал, ничего страшного. Ну ладно. Не, мы чем с тобой занимались, тем мы будем продолжать заниматься, не переживай. Мам, поставь чайник, пожалуйста, ладно? Мне Миша и ко мне Леша приехал. Хорошо. Это мой товарищ близкий. Хорошо. Ну, давай, спасибо. Поставить чай, да? Да, на нас, на троих. А что ты так сильно себе хочешь двухколесную технику? Тебе бы, конечно, насчет машины бы позаботиться, если ты хочешь на дальняк гонять. Да на самом деле не знаю. Ну, Паш, я всю жизнь, блин, любил мотоциклы. Но я доволен. Тебе честно скажу, мопедом вообще просто. Вот эти 110 кубов, я же привык на красачах кататься. Вот у меня у самого три штуки. Там два моих, скажем, один Женьке я ему еще тогда отдавал. А мопед — это другая классика совершенно. Такой красавец. И что интересно, у него получается потоком идет 50, а по факту у него поршневая на 110 стоит. 4 передачи, да. У него так же, как и на этом самом, на мотоцикле идет. Ну выгони его сейчас. Видишь, он какой легкий. Заметил? Сразу видишь, с кофром, его с багажником. Это я его взял специально, чтобы по лесам кататься. Хочу с собаками, с овчарками выгуливать. Видишь, по лесу, что самое интересное, на красачах плохо, потому что они много оборотистые, и они глохнут сразу. Они просят там себе брум-брум-брум. Я думаю, тулер туриста, вот, ну, в принципе, такого плана мотоцикл. Ну смотри, сейчас как бы холода такие начинаются, и эти самые. Вот, видишь, он прям тук-тук-тук-тук-тук. То есть ты первый включаешь, он прям потихоньку-потихоньку. Вот, дай я сяду. Смотри. Подожди. Держу. Вот, смотри. Вот, смотри, включаю первую, и он сам катится, как легкий, как велосипед. Вот, я еду по лесу, вот, по тихой грусти, везде проезжаю. А так, конечно, тебе лучше машину, потому что, видишь, сейчас дожди начинаются. Ну да, турист хороший стоит, как машина. В принципе, машина покомфортнее будет. А ты вообще когда последний раз машину покупал? Ой, слушай, ну я недавно машину брал, через приложение Дром покупал, там всегда есть хороший выбор, есть что поискать из ассортимента. Ну, смотря, что ты хочешь. Че, пойдем чай пить? Ну, пойдем. Расскажешь, как служба там у тебя.
что так поздно-то на службу собрался? Или у тебя опять ночную? Ты же говоришь, что, что там у тебя этот рапорт об увольнении готов. Да, казалось бы, что все так просто. Контракт не все так прост. Да я знаю, что не все так просто. Контрактная служба, как оказалось, все гораздо сложнее. То есть... Не все так практически нереально. Да я знаю, он Антоха сколько пытался уйти с контракта, он сколько тоже, 3 года отпахал. Меня сколько тоже заставляли остаться на контракт, когда я служил. Ну, еще когда как... ты контракт подписываешь, все, то есть ты уже как бы себе не хозяин. Ну ты продался родине в прямом смысле слова. Да. А хорошо ли это, плохо, каждый сам для себя решит. В итоге приходится как-то пока что терпеть. Вот. Но я думаю, что это ненадолго. Ну, смотря какую должность занимать. Если такой, как ты, скажем, по блату, возить камача и сходить с такой прической и с такой бородой, то можно и послужить родине, позащищать. Че, проходи. Проходи в комнату. Залетай. Это моя комната, в которой я провел большинство своих лет, детских лет. И, скажем, практически восстановил ее такой, как она раньше была. Только не все еще модельки мы собрали, да, Миш? Еще на чердаке полным-полно. Вот сейчас хотим полочки тоже сделать. О, кстати, бабушке помогу. Давай, мама. Давай, тетя, пирожу. Вот еще пирога поедим. Миш, наведи небольшой порядок. Мы тут сейчас перегнали чаепитие небольшое строим. Кого? Перегнали то, что такое, нет? О, технику-то перегнали на бабу. Да, и не то слово. Садись сюда, Лёха. Технику-то да, и вот и кировец перегнали, да, Миш? Одно, что стоило кировец, блин, завести. Да. Ладно, одно дело Урал, когда завелся с полпинка. Ну, весело было, да, Миш? Да, очень. На тебе чай, давай. Блин, камазовский мотор на Урале вообще. Такой звук у него. Ничего не заменит. Все, тронулся. Да, давненько я на Урале не ездил. С тех пор, как зимы, наверное. Кто помнит. О, Мишка, братишка. Залетай. Капец, давно, да, не заводили, блин? Да. Стояли как памятники. Ладно, Урал, блин, но вот кировец, это вообще жесть. Чтобы у него вот так вот он крутился, да, вот как у него называется вот эта вот? Ну, да. Гидравлическая его система, в общем, ой. Перепутал. Удобнее. Да и пофиг. Капец, он едет, он такой вообще большой. Капец. У него, видишь, вот эта вот гидравлика, которая поворачивает.
в разные стороны, посередину. Посередине. Там надо, капец, 20 литров масла. Вот чтобы залить, не тронуться, требуется 10 тысяч минимум. Да обойдется, ёлы-палы. Нифига себе, тут сопровождуха такая. Ладно, дай бог ему доехать. Так устроен мир, нервы не стали, напоминает о себе хлыстами. Ошибки и неудачи. Ты из тех, кто ждет с моря погоды, или ты на раздаче? Да, настоящий дурман. Ребят, напишите в комментариях, если вы помните моменты из роликов с участием этого монстра. И, кстати, напишите для олдов, каким образом этот Кировис достался в мой личный автопарк. Алекс, слышишь, я как будто спинтарю сыграла, такие же звуки, просто все. Я как играю, так же мы с другом на Урале ехали, и на Кировце звуки одни и те же. Сейчас проезжаем наш дом, где, собственно, я родился и вырос. Вот, сейчас тут Мишка-братишка живет с родителями. О, мама стоит. Папа, мотай. Короче, суть такая-то, что я когда был, ну, таким же пацаном, как Мишка, даже еще младше, у нас в колхозе тоже работал такой же Кировец. К-700, и когда он проезжал мимо, я все время ошеломительными глазами на него смотрел. Ну, там мне было лет 10, может быть, даже, даже меньше. Вот. И мечтал на нем прокатиться. Никогда бы не подумал, что вот такая тачка будет у меня в личном пользовании в моем автопарке. Правду, впереди туман, нет пути обратно. Два сердца, две силы, два брата. Там, где риск, не всегда правда. За семью, за веру, за правду. А так, в принципе, ничего особенного. Просто это же вся моя родная техника, которая так или иначе доставилась мне своим разным способом, но она досталась мне, это моя. Тоже вспоминаю о своей. Не желаешь все вернуть обратно? В смысле, вообще то, что все движухи, которые были. Да как тебе сказать-то? Тяжело, как бы, знаешь, об этом разговаривать. Вот чтобы из машин бы я вернул обратно, это сейчас я тебе скажу. Это я вернул бы обратно, во-первых, свою черную 32-ю BMW, которую обещал Пете в свое время. Вот у меня есть такая же в 31-м масштабе. Я стараюсь все коллекционировать в первом масштабе. Я раньше коллекционировал в 43-м, в 24-м. Это вообще из детства у меня вся коллекция, из далекого-далекого детства. Вот. Здесь зеркало, к сожалению, потерялось. А так, тоже такая редкая модель. Достаточно эксклюзивная. А, и 126-й белый Мерседес. Я бы с удовольствием бы вернул обратно. Вот он у меня здесь есть. На, подержи, пожалуйста. Это 140-й. Вот он какой. Вот, смотри, сейчас я свет включу. О, вот такой же, только белый. Я не знаю, успел ли ты. Ты помнишь его вообще, нет? Подожди одну секунду. Это буханка, что ли? Буханка? А чё ты? Давай 140-й пока. Блин, буханка — это вообще тема. На самом деле. А что, ты по буханкам, что ли, кайфуешь? Я бы себе буханку приобрел. На, подержи. Буханка, ну, конечно, тема. Тем более тебе-то в экспедиции самое то. Вообще крутая тема. В такой бы раскраске даже хотел. Это есть лимитированная версия вот в такой именно раскраске, оригинальной. Я бы, кстати, знаешь, что тебе подсказал? Если ты конкретно озабочен выбором, я тебе могу либо сам поискать, либо ты просто себе на телефон скачай приложение Drom, там большой выбор автомобилей, и там прям в поиске можешь в свободном доступе поискать. Вот я тебе сейчас продемонстрирую. Тут оно, тем более, приложение само тебе подсказывает, вот просто по параметрам задаешь, вводишь буханку год, и оно само тебе подсказывает самый идеальный вариант. Поэтому... У меня, кстати, еще есть в более меньшем масштабе. Вот, в таком есть... А, вот тоже полицейская, милицейская буханка. У меня целая тоже коллекция. Кстати, у меня их две таких буханки. Вот одна такая. И, кстати, козла у меня тоже два. Вот на командирский, на котором ты ездишь. Ага. Вот, могу тебе тоже один
дать в подарок. О, держите. Поставишь себе туда в буханку, будешь это самое. Спасибо тебе, дружище. О, а коллаж? Что за коллаж? Интересный такой. Коллаж? Это да. Это коллаж из фотографий. Из далекого моего детства. Тут у меня мама молодая. А тут папа у меня молодой. А, кстати, елки-палки, я совсем забыл. Я же хотел еще вчера это сделать, когда мы с Мишкой тут все расставляли. Насчет Мерседеса. Миша! Иди сюда. На, это, повесь обратно. Я же забыл еще вчера, когда мы с тобой комнату расставляли. Я хотел тебе кое-что показать. Так, закрой сейчас глаза. Быстро закрой глаза. Точно, ё-моё. Вот они, оригинальные. Иди сюда. Оригинальные фоточки. Это, видишь, это я только родился. Зеленый автобус, это автобус моего детства. Ну, ты знаешь, я тебе постоянно часто о нем рассказывал. Это потом уже папа его в такой переделал. А все мое детство, он был вот таким. Он был у нас в семье, ну, наверное, около 10 лет. Что автобус моего детства. И этот автобус моего детства... Я сделал то, что ты просил. Садись скорее сюда. А точнее, не, постой. Постой, 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 постой. Постой, 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 постой. Пододвинь. Ага. Закрываем. Потому что закрываем. Да ну! Смотри, давай скорее его распакуем. Чего, серьезно? Давай, давай, давай. Опа! Держи, 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 держи. Что там? Она новая, я еще... Какой-то. Я, видишь, зеркала еще не приклеенные. Так, 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 ну-ка, хочу запечатлить его. Открывай сейчас. Только я тебе скажу, когда. Сейчас, на моменте. Так, раз, два, три. Офигеть. Вытаскивай, вытаскивай его. Подожди, да, я так посмотрю. Вытаскивай мордашкой ко мне. Да, это он и есть, 208D. Он даже по базе, в принципе, такой же. Да. Дай его сюда. У нас же, на. Вот, у нас был долгое время вот этот. Да, ну, видишь, синий. Пассажирский. А я думал, то, что он длиннейший базе. Нет, такой же однобазник. Значит, у папы именно такой и был. Это и есть длинная база. Так что такие... Кстати, к этому надо тоже зеркала прикрутить. Ставь его сюда на стол. Мы, в принципе, сейчас этим и займемся. Ставь, ставь. Так что вот такие ну-ка, вот пироги. А зеркала у них одинаковые, как там? Кстати, вот еще что есть, смотри. Лех, помимо всего прочего, если тебя интересует классика, Т3, настоящий. Угу. Он и дал. Люкс, вариант какой, 80-х. Смотри, аккуратней. У него багажник, все у него открывается. Багажник, да, смотри. Там, достать. И там прям, сейчас, ну-ка, дай. Сейчас покажу вообще. Паш, а что, с Женей действительно все такое? Ну, с Женей, как тебе сказать, ну, не критично все плохо, но я стараюсь, давай я его спрячу. Я стараюсь изо всех сил его оттуда вытащить своими способами, потому что у меня тоже есть свои связи с адвокатом, там одним хорошим, я сейчас с ним веду плотно переговоры. Ну, как тебе сказать, все как бы... Пока что, ну, никаких хороших новостей по этому поводу нету, поэтому ну, не могу что-то такое конкретное сказать. Ведем борьбу с этим. Меня вызывали на допрос, потому что меня там, ну, запугивал самый старший, который, ну, приезжал обыскивать нашу территорию со всей оперативной группой Следственного комитета. Он же мне сказал, ну, в назначенное время, в назначенную дату. Я еще думал, какую назначенную дату? Оказывается, мне потом на следующий день пришло письмо. И я к вечерам уже был там в управлении, давал показания. Хотел, как бы, взял с собой видеокамеру, все, хотел это записать, но потом думаю, не буду ничего писать. Да нет, как бы, желание-то у меня все, скажем, ну, как тебе сказать, немножко поменял я, конечно, свою точку зрения. И я не стал записывать ни разговор с этим следователем, все эти допросы, расспросы. Короче говоря, скажем, что нет. То, что сейчас я снимаю, это просто вот мы с Мишкой подготавливаем комнату. И, во-первых, хочу полностью распечатать все модельки, чтобы они у меня были по порядку. Во-вторых, мы все журналы тоже порастеряли, и поэтому я сейчас... Хочу, чтобы Мишка мне сейчас наизусть рассказал полностью все... Миш,
Чемишка, пошишься-то? Да зеркало, что ли, потерял? Да, зеркало уже потерял. Понятно. Потому что, видишь, тоже, как бы, Лёх, коллекционирование – это отдельный вид творчества. То есть это оно мне прям, знаешь, заряжает и как-то по-новому меня перестраивает. Все, что касается прошлого, ранней жизни, ну, конечно же, меня тянет, но я решил, принял, точнее, решение закончить, скажем, всю свою YouTube-историю на картине, которая произошла у нас с дядей Витей на момент взрыва. Кстати, вот последний ролик вчера-то и вышел, крайний. Миш, покажи сейчас Лёхе по этому самому. Я что-то и не смотрел. Вот, если ты, да, если не смотрел, то обязательно ознакомься с этим. Это крайнее видео. Не знаю, буду ли я потом дальше выпускать ролики или нет. Что тоже такая блава произошла на базу и так далее, и так далее. Поэтому все то, что я сейчас снимаю, это исключительно для, скажем, для личного фотоальбома. Не более. Мне еще тогда показалось, когда я позвонил, когда ты звонил мне по поводу Жени, вот, как ты ехал к Роме. Кстати, как он там вообще? Ну, кстати, вот и зеркало я нашел. Оно здесь было в автобусе воткнуто, представляешь? Не, его только что воткнуло, да. Чего ты, Лёха, еще раз спросил? Говорю, когда ты ехал, когда ты мне рассказывал про Женю, вот, ты же ехал к Роме. Я его уже не видел тысячу лет, с того времени, как он из бункера съехал, так и... Ты знаешь, я съездил к Роме и сейчас расскажу, что будет. Я приехал за тобой, Роман. Ты поедешь со мной? Просто если ты сейчас скажешь «да», я в себе, у меня сейчас в глубине себя происходит огромная перетрансформация. Я сам сейчас, ну, ты знаешь, что деятельность, которой я занимаюсь, и я сейчас пришел в тупик, что она, ну, знаешь, никакой, во-первых, особой, ну, интересных смыслов не производит, какой-то полезности не делает, да, со всеми этими моими проблемами. У меня нет желания вообще никакого. Если ты мне сейчас откажешь, а я, ну, примерно понимаю, наверное, что ты мне сейчас откажешь, потому что тебе здесь комфортно. Я тебя, конечно, пойму, но я свою деятельность, ну, закончу, я не буду видеть смысл в этом. Поэтому я хочу услышать именно сейчас ответ от тебя, согласен ли ты со мной поехать в прежние края, в прежние места и в прежнюю нашу банду. От тебя зависит, Рома, только от тебя. Соглашайся или нет. На нас не смотрел, дело твое, как бы, ну что. Не, я говорю просто, не тюрьма. Не, ну, я не такой человек, я очень... Все равно мне интересно, как у тебя дела обстоят, и как с всеми ребятами. Конечно, я, скорее всего, соглашусь, потому что, ну, я говорю, мне зла никого не... Это не временное место жительства. То есть я тебя прошу на постоянку быть там, находиться там, на этом бункере, находиться на самой той базе, на которой я сейчас прописался, ну, на моей базе, в общем, и полностью, потому что в особняк я сейчас вообще не появляюсь. Можете меня буквально на минутку? Ты точно? Ты точно согласен? Серьезно? Я честно тебе говорю, я уже не знаю, я ехал всю дорогу и думал, как тебя уговорить, братан, честно тебе говорю. Ты серьезно готов вернуться обратно, скинуть? Нет, ты можешь и в таком, условно говоря, там наряде, ну, пребывать в наших местах. Но ты точно готов? Да нет, ну серьезно, почему нет? Ну, я хочу помочь, почему нет? От души, братан. Я честно тебе говорю, блин, даже... Даже, я не знаю, слов нету. И нет, на самом деле, вам... сейчас... Если реально такие проблемы, как ты все говоришь, я думаю, ты мне врать, конечно, не будешь. Если реально действительно все так, почему нет, я помогу. Мне даже сегодня есть у меня такая идейка одна, если тем более рук не хватает. В общем, Олег тут, ну, долгое время очень проживает. И сам понимаешь, это сама атмосфера. Я так понял, ты с ним в самых тесных связях, ну, взаимодействуешь именно здесь. Атмосфера, она просто... временами очень давит, ну, когда на определенный промежуток времени ты здесь находишься, и у тебя, ну, представляешь, такая жизнь, особо никакого общения нету, все одни и те же люди, одни и те же лица, одни и те же разговоры, ничего не происходит, и у Олега на самом деле бывает подрывает крышу, так скажем, на этом плане. Ты, наверное, сейчас хочешь сказать то, что я сейчас думаю? Да, да. Ты хочешь предложить ему вместе с тобой туда, в наши края? Я говорю с ним, чтобы он абстрагировал. Слушай, я вижу по нему, он боевой, это очень хорошо. И он искренне, ну, дружелюбный такой, и по понятиям, что самое интересное. Он меня сейчас, в принципе, воспринял. Я даже сам не ожидал. И Женя, вот, да, ну, который бил по окну, по черку, тоже адекватный. Я почему удивился? Я вот... Люди, которые за спиной, ничего не будут
говорите, в крысу ничего делать. Ты хочешь ему предложить туда, а согласится ли он вместе с нами? Я вот поговорю с ним. Я на самом деле уже подвел к этому, но я не уверен, что он на 100% согласился, но я думаю, он согласится. Ему нужна смена обстановки. Он, может быть, как-то, знаешь, абстрагироваться. Ему надо это, действительно, самому надо. Может быть, он сам пока не понял, но я думаю, я его уговорю. Сейчас я поговорю с ним. Да, это неделю назад еще было. От Ромки я ждал официального ответа. Поедет он со мной или не поедет, откажет он мне или нет, чтобы хоть как-то возобновить формирование команды. И ты знаешь, он мне не отказал. Он, более того, даже с ним еще согласился ехать его напарник Олег. И они сейчас уже двое на том бункере, которому ты помогал Роме его строить. Кстати, я завтра собираюсь с утреца к ним туда съездить. Не хочешь со мной? Да не вопрос, если там... Не нарежут задачу в части. В принципе, с удовольствием. А что там тебе задача-то в части? Ты это самое, кстати, обещал, тот бункер, этот ДОТ. Как оно? Сейчас. Вот, колпак, бронеколпак. Вот-вот уходит наш командир части в этот в отпуск. Ага. То есть и в этот период как раз мы тебя его притащим. А как его мы притащим? Единственное, вот что, да, надо манипулятор быть. Манипулятор вопросов не будет. Манипулятором решишь, если что, да? Да не-не-не, манипулятор вопросов не будет, потому, ну, главное перетащить и потихоньку подготавливать базу к, скажем, боевой обстановке, потому что готовиться надо к самому худшему. Ничего себе, Паша, боевой прям вообще. Да не, пускай она будет и будет, зато будем знать то, что, скажем... Так, ну, на самом деле, готовиться, так скажем, кто-кто, а вот дядя Витя, по-моему, прям реально к боевой обстановке готовится. Почему? Ну, блин, частенько у нас возле части придется. У нас патрульные его уже не один раз прогоняли с нашей части. Дядя Витю? Да ты чё? А почему это, ё-моё? Чё-то дядя мутит. Ну слушай, я тебе одно скажу. Дядя Витя, если он чего-то промышляет такого, он берется основательно. Он как-то было время, то ли, блин, ну уже достаточно давно это было, я просто никому не рассказывал, никому не показывал. Как-то раз я его застал, как он минировал мост. Чего он там задумал? Дядя, что задумали-то? Здесь такое творится начал. Ты понимаешь, в чем проблема? Они поперли по окружной, по дамбе. Ну так они же через вашу дорогу начнут ездить, дядя. С этого и начнем, блядь. Но моя дорога будет под хорошим контролем. Для этих жучков навозных. Дядь Вить, да. Серьезно? Не надо, дядь Вить. Я тебе сказал. Это же... Теперь у меня выбора нет. Все. Так, дядь Вить, а она же... Она, это настоящая? Она может сдетонировать или что? Теперь это будет мой контроль, блядь. Дядь Витя. Шутки закончатся, да. Так что дядя Витя вообще странный человек. От него на самом деле тяжело добиться правды. Вот сколько я с ним раз не общался, он все время говорит загадками. То есть, если ты не заметил, при разговоре с ним, даже тогда, когда у нас были манипуляции с этим бункером и так далее, он же до сих пор мне не сказал, что находится в этих бункерах, которые Рома, ну, которых я заставил Рому, скажем так, охранять. Это потом уже его там кто-то клюнул, и он стал просветительным человеком, там, молиться Богу Солнца и так далее, и так далее. Вот, с гаишными машинами тоже, если взять в оборот. Дядя Витя до сих пор так же мне ничего, понимаешь, мне нет, ну, нет ничего известного. Вот, кстати, с Мишей сейчас восстанавливаем. Я хочу реинкарнировать. Вот, ты, ого, ты уже рулевую тут сделал, молодчага. Вот одна есть гаишная машина, есть вторая гаишная... О, господи, куда я поставил? Есть вторая гаишная машина в реальне. Только я не знаю, где она находится. Единственный человек, кто бы мог бы мне подсказать насчет этого, это Петя. А Петя? Петя. Я должен... Вот, кстати, вторая гаишная машина. Это, правда, у меня копейка. Получается, основная машина, это у нас сейчас, ну, настоящая тройка, которую дядя Витя в свои года, за что он 10 лет-то отсидел-то, его сдал там Сергей. Ну, вот это все Петя мне и рассказывал, мне с этим Сергеем.
Миш, а ну-ка давай вытащим с тобой аккуратно. Я уже 100 лет ее не открывал. Видишь, еще до сих пор там мои салфеточки сохранились. Давай, 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 давай. Вот она, красоточка. Это такая же копейка, только вот она. Нормально. В идеале. В идеале. Кстати, раскрути ее. Тоже поставим на полочку. Вот. И вторая есть настоящая гаишная машина. Только я вот, ну, не знаю, как она выглядит. Вообще не знаю близко, что за модель. Но знаю точно, что их две. И единственный человек, кто бы мог мне подсказать в этом, это вот остается Петя. Но чтобы Петю хоть как-то раскрепостить, потому что я уже не первый раз ему обещаю, что вот-вот сейчас, да и так далее. Вот последний раз я у него был на базе, когда была облава с ментами. Он тоже мне спросил: Паша, что ты хотел мне там за подгон-то замутить? А я хотел ему как раз-таки вот эту вот 32-ю BMW, которую я купил, которая сейчас находится на разборке, там ее, скажем так, мои а-ля товарищи заложили еще давным-давным-давно за деньги. А я-то за них за две. Подай мне, пожалуйста, вот еще раз 126-й Мерседес. Мы его сейчас тоже. О, подай тоже и кабана. Сейчас тоже вместе сюда подай. Ага. Миш, давай тоже раскроем. Вот, кабанчик у нас здесь. О, красивый. Смотри. Опять. В багажнике, кстати, ничего там нету? Нет. Есть у нас Паска и Бабричка. Вот. Мы когда откопали эту жигулёшку у дяди Вити, только у нас там тройка была, там было кое-что в багажнике. Вот кто помнит, там один чемоданчик. Я просто до сих пор не могу как бы секреты все раскрыть чуть попозже. И, ну, узнаешь, Миш, я тебе не все тоже рассказал. В одном чемодане кое-что было. Вот. И белый 126, я их выкупил по 200 тысяч. Вот за черную BMW я 32-ю отдал. И вот белый 126. Миш, давай ее тоже открутим. Ну, придержи ее. Ма, возьми. Положи пока жигулешку. Вот, тоже его раскрутим. О, какой красавец. Ну, на чай уже отнести, Павлик. Да, относи. Вот такую бы еще седанчика, да, Миш, надыбать в 23-м кузове. А-а-а. Вот у меня есть настоящая в 23-м кузове, но только седан, а это вот у меня купе. Ладно, не суть, важно. В общем-то, короче, сейчас мне, чтобы зацепиться хоть за малейшую, хоть какую-то пасхалку, нужно ехать к авторазборщикам и разговаривать уже серьезно. Потому что деньги за эти автомобили я отдал. Заезжай еще на чай. Кстати, ты же все равно в часть поедешь. Блин, попрошу тебя сейчас, попрошу тебя это самое. Заедь, пожалуйста, на это самое, на базу. Проведу этого алкаша Максима, потому что я хоть и ему там строго-настрого запретил бухать, он там сейчас один отвечает за всю технику. Не, сигнализация у меня там тоже есть своя. Так что давай, мимо будешь ехать, проведай его. Да, не вопрос. Все, пойдем, я тебя до УАЗика провожу еще. Ух ты, как быстро стемнело. Ничего себе. Ну давай, ладно, Лех. Увидимся.
сказать сейчас Мишке или подождать немножко? Да, скажу сейчас, наверное. Интереснее будет. Ты уже плойку включил, блин. Когда мы уже будем играть? Сейчас пойдем. Ужин на столе. О, спасибо, баб, сейчас подойдем. Да, надо только стулья брать. Ну иди, бери стулья пока все, возьми. Сейчас. Перепакайся. Слово уже, да? Ага. А ты что запустил-то, кстати? Самый первый НФС, что ли? Да. Иди пока, я, слышишь, подготовлю настройки. Вот захвати за собой стул заодно. О, патрон, кстати, забыл УАЗик. Ладно, потом ему отдам. И второй тоже захвати. Давай. Миша, иди-ка сюда, на секунду. А теперь стоп. А сколько у меня из автомобилей больше всего коллекционных моделей? Не понял, еще раз. Ладно, если я сейчас нажму вот так. Семерок. Сколько у меня их штук? Давай большие считать. Большие считать. Четыре. Пойдем туда на кухню, я их уже выложил. Я просто специально их не стал доставать, чтобы мы вчера их разбирали, потому что я ждал этого момента. Сейчас расскажу, какого конкретного момента я ждал. Ты-то все мои модельки знаешь, восьмерки, и даже книжки знаешь, восьмерки. Вон она какая красотка. Вот, даже если не ошибаюсь. Вот, смотри, Павлик. Чего? Смотри, вот. Ну, распаковывай потихоньку и на кухню можешь нести. Да нет. Сейчас я за бабушку позвала. Баб, помнишь, ты мне подарила книжку про автомобили, когда мне было, ну сколько, лет 6 мне, наверное, было? Я не знаю, у тебя просто машин-то я тебе выбрала. У тебя в стихах там, что машин. Смотри. Вот ты мог подключить. Подержи. Там же. В этой энциклопедии, ну это детская энциклопедия, это самая первая книжка, которая привела меня к автомобилям. Есть та самая восьмерка. Сейчас просто ее долго искать. Вот та самая восьмерка, вот смотри. Вот, красная. Да. Ну там же именно в желтой раскраске, циасаевская. Пойдем. Я тоже беру ее. Пойдемте, все, на кухню. Сейчас будет небольшой торжественный момент. Ну ты хоть слышишь, Миш, ты хоть скажи, ты удивился тому, что мы наконец-таки дождались модельку, которая как у папы была. Погнали. Что сделал? Дверь вылетела. Я очень предсказание. Многие знают, что я всякие сочиняла и предсказания. Ты что наделал, блин? Ладно, поставь ее, я сделаю. Ты с это... Да оставь, я ее сделаю, Миш. Она там легко делается. Иди, садись за стол. Садись, скучная. Иди, садись. Коллекционирование, конечно, не твой конек, я понимаю, но я тебя все-таки приучу постепенно к этому вещи. Баб, сейчас, одну секунду. Я просто хочу немножко замутить некий аккорд. Раз, два. Это CSI, это просто ай. А это у нас, Миш, черная у нас была какая? CI. Да, CI. Вот. Три штуки. Баб, ты держала то обещание, которое... Ты не говорила Мишке то, что я пригнал в гараж? Ничего не говорила. Что-то гараж? То, что я пригнал в гараж. Мишке ты же не говорила? Мишке нет. Не говорила она тебе? Пойдемте со мной. Иди со мной. Нет, я ничего не разговариваю. Сейчас я телефон возьму. Пойдем. Миша, одевай башмачи. Вот этот гараж. Ага. Открываем. Вот здесь. Я долго как бы думал, у меня было пару дней на раздумывая, говорить тебе или не говорить. И как раз таки, наверное, это пускай будет в этот знаменательный момент.
Раз, два, три. Мне бы только смотреть на себя, видеть глаза так ореут, и что прошлое. Я нашел свою мечту. Сколько бы она ни стоила. Она настолько черная, что я ее сам практически не вижу. Не забывайте, друзья, что приложение Дро можно скачать по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Спасибо.